Всем привет. Так, если захотите этот стих, я вам найду и отправлю. Ханчик, привет. Спасибо. We as a crowd, we are coming out. Знаете, да, эту песню? Завтра, говорит, пойду посольство получать визу. Эй, ты аварскими словами зачем разговариваешь? Сперва непонятные лезгинские слова, сейчас аварские. We'll see crowd, we coming out. Вот не знаю, конечно, наверное, потому что опять этот человек пришел 70-80. Да что ты от меня хочешь? Найдите этого человека, у которого номер заканчивается 70-80. Я знаю, задача тяжелая, найти среди 475 людей, но все равно. И сделайте так, чтобы он ко мне вообще не заходил. Он там Саша уже на арабском. Салам алейкум, ассалам, как дела? Дела, дела, как видишь, сонные. Кто что делает? А он ничего не делает, он постоянно звонит. Мне очень страшно поднимать его звонок. В прошлый раз, то ли вчера, то ли позавчера я подняла, и он упустил свой шанс. Там долгое подключение было, и потом он сам исчез. А больше не буду подключать. Не хочу. Я прям чувствую, что там меня будет ожидать сюрприз. Ой. Саянушки. Yes, maybe. I don't know. You want yourself Russian wife? Yes, I'm not Russian. Вот как людям сказать, что я не русская, но россиянка? Потому что на английском есть только одно слово. Насим, Насим. Welcome. Russian girlfriend. Why not wife? Ты смотри на него. Какие ребята вошли, а? Прохаванные. Wife? Go так, so girlfriend or wife? Хана! Thank you so much. Thank you. Спасибо. Откуда ты? Where you from? Twinkle, twinkle, little star. Ложка снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, звездные медведи. Светят тайным кораблям. Этого Рахмата тоже уберите, пожалуйста. Твои соседи. Почему ты проснулся-то? Все спать сейчас пойдут, Дима. Не
провоцирую его. Мне кажется, он реально сейчас... Ты откуда? Зачем ты верблюда требуешь от него? Ты что? Он же достанет их. Куда мне потом этих верблюд девать? Скажи, пожалуйста. Китайцы не понимают, зачем верблюды. У них этого, видимо, нет. Они не наслышаны о таком. Understand? It's no matter. Боже, на него. Ты еще один, говорит, попроси один мне. Тебе зачем верблюд в Сургуте? Скажи мне, пожалуйста, Тима. Что ты будешь делать с ним? Только не скажи, зарежу и шашлыки сделаю. Stand up, why, for what? Алекс, почему ты не спишь, Алекс? Сидишь, мяукаешь. I have a dress. I can stand up and what you give me? Тимка, спасибо за подписку. Ребята, спасибо, кто подписывается. Вас так много у меня. У меня реально 6 тысяч подписчиков почти. У меня, блин, вот эти подписчики. Вот бы вас перевести в Инстаграм, а? Там бы было бы больше толку. Looking nice. Thank you so much. О, ну не настолько прям. Ну ладно, спасибо. Алекс, а ты откуда? Thank you. Ложка невмешная ночь. Йо, welcome. Большая ложа, ты, малышка, не спишь. А, электрон... На него смотри. Это даже не стопроцентный вариант, если он найдет 1000 верблюдов, а просто становится в очередь. Really? Бахадыр, привет, привет. Саша, мне нравится твоя фантазия. И юмор Тимы. Куда же я без вас? Да, рейтинг новичков. Почему новичков-то? Почему? Почему не рейтинг горячих? Как будто у каждого на эфире сидит 440 человек. Да, спасибо. Всем привет, привет. Телефон. Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица.